Нифига себе. Да, тоже, блядь, жарит. Ну тут что взять? Так и так врагов. О, будет неплохо. Пуну все равно нету. У нас заблей все равно вроде есть. У тебя желтый. Я вообще хочу штангиста взять. Все, подожди, трусал. Повоки войти. Оо, как раз можно узнать. Там же были эти. Колбы в ванне. Маны в воде. Так у нас. Ну и пока давай я сюда закину что. А, это поэтра, блин. Да, это ядовитый скилл. Вот возьму. Вот так вблизи еще жрают. Привидение. Воровка. Звезда воровка. Чтобы открыть нужен аранг, у этих двоих. Последний у всем ночи. Ну а пока. Димоно жесткий. Ни хрена себе. А, минуточку. Там что-то ему вкачать, точнее добавить можно. Можешь он взять уклонение себе. Класс. Качок уклоняется, блин. Вот это секс, бля. Качистый вперед. Да, пиздец. Даже соединение не порвало. Везде наши люди. Туда чувак пройти. Медведем, как он перепрыгивает туда или чё? Может. Пароль. Верно, проходите. Фу, засраные хуйни. Мои звезды. Ни хрена ж себе. Рогель, ах да, хи-хи. Наслышан про тебя, говорят, у тебя настоящий талант. Так ты ищешь свои звезды, что, если хочешь вернуть, тебе придется их украсть. Гильдия воров мне славится щедростью, как понимаешь. Украсть звезды? Что значит да? Опа! Что, украли? Нормально. Вот и на! Он забрал звезды. Все это видели. Вы знаете, что это значит? Гильдии новый член! Большой! Теперь ты один из нас. Затяпав обратно свои звезды, ты также получаешь титул жалкой шестерки. Хе-хе. Ну, дядя, это же мой титул. Если хочешь преуспеть и стать старшей шестеркой, придешь доказать свою полезность. Показать, что твои способности отвечают нашим стандартам довольно низким. Хе-хе. Тебе удалось вытащить братана ножа. Хорошее начало, хе-хе. Продолжай помогать гильдии. И до свидос. Строим гильдию, до свидос. Ну, опять сейчас от каждого задания нужно будет получить. Выступить в наши ряды. Так, кишка у тебя тонковата или нет? Почему бы нам не проверить? Найди меня на зеленой тропе, проверю твои таланты на практике. Просто карта сейчас усыпана будет. Такое ощущение, что мы в Assassin's Creed играем. Какую часть? Так, ты тот новичок, кто меняет формы. Довольно полезная способность. Не хочешь присоединиться к нам на одном крупном деле? Эта способность нам очень бы пригодилась. В оружейный магазин в Мутанбурге недавно завезли крупную партию кинжалов. Нам удастся их свистнуть, то в дальнейшем дела пойдут в гору.
встретимся за оружейным магазином в Мутанбурге. Не привлекай внимание. Чтоб ты я-то... Не привлечешь внимание. Да. А это еще рядом. Самое близкое. В последнее время тут полно пришельцев, не находишь? Сказать по правде, у них неплохая маскировка. Единственное, кто их заметил. А все благодаря тонкому нюху. Поговаривают, что где-то в нижних клятых холмах можно найти НЛО. На нем они и прилетели. Зуб даю. Слушай, а ты не хочешь смотаться туда? Вези мне парочку их классных обличий. Уверен, ночные гильдии оценят подобные подарки. НЛО. Версия на другом конце карты. Нормально. Пересчет этого. Раз вы теперь с нами, есть дело предложение. Я тут разрабатывал курс тренировок для отработки пробития защиты. Танкист, что ли? Поскольку я перед тобой в долгу, предлагаю тебе заценить, что к чему. Ты сможешь пройти моим, что за мной. Короче, тема такая. В секунде будут появляться манекены с различными типами защиты. Если зачистишь их всех до того, как закончится время, мои поздравления. По испытаниям я перечислю типы защиты, так что можешь выбрать нужные способности. Одно из трех – меч и тупой. Меч. У тебя тупой уровень, Саша, сам. Ну, логично, да. Я возьму меч. Это. Начать сдаться. Сейчас будет тупым. Кати на них. Кати! Что ты делаешь, блядь? Надо было штангу катать на них. Блин, ну давай еще. Я говорю, манекены перек с острым уроном. А ты те. Вот что не стоит. Во. Да. Все, все цели поражены. Так. Яд и острый урон. А я думаю, вот у меня яда нет. Подожди, да яд я возьму крысу. Блять, не крыс. А, тут же как-то по-другому ж можно было менять, да, классы? Да. А как интересно? Я таки меняю. А, все. Я на клавиатуре так делаю. Тогда я слизни возьму. Господи, блин. Ты не острым бьёшь, господи, блин. Чё, серьёзно? Убить был. У тебя урон не может. Так. О, нет! Сразу три. Так, возьму, беру русалку. У русалки там был этот урон. У нее все есть? Да. Нет, только молота нет. Он тебе маны стоит много. Ну это все на подъем. Качок всех заруинил, блядь. Слишком медленно, иди в жопу. Слишком медленно. А с другой стороны подходить. Может у меня стена лучше. Нефти надо. Больше ничего нет. А что мне менять-то? Я даже не смог. А кого еще тупой урон? У рыцаря вроде тупой был, да? Нет, не монстр. Блин. Смотри, с меня обратно на качок. Качок тогда получается. Все вариант. На качка обратно возьми. И вот тут ты можешь поменять себе вот этот навык активный. На топот. Взять себе его.
Заебиз. Слишком медленно. Да не то! Теперь по новой, да? Отлично. А, нет, не, нормально. Хотя как нормально? Меня эта хуйня уже раздражает. Ты охуел, что ли? А дальше острый, кстати, был. Слушай. Надо взять рыцаря. У него же острый, да? И переставить его. Да. У него топот есть, кстати. Топот его наносит как раз урон. А, он у него и стоит топот. Так, сюда поставлю эту залу. Да. Нужно слизь поставить. Нахуй. О, мощно левелап. Да не трогай. А, у крыс вообще все открыто. Да, я ж... Ну кроме этого желтого урона, блять. Желтый русал. Нормально. Просто не успевает эту хуйню делать. Ему сразу салку подключать. Кстати, по всей статуе не открыт. А мы это не пройдем. Ты пососал песос. Там с собой общаешься? С тобой. Мутанбург. Добро пожаловать в наш прекрасный город. Авария на атомной электростанции наконец устранена, причем с минимальными последствиями. Оно, блядь, видно. Блядь, знаешь Дегтяное озеро? Разумеется. Обожаю там купаться. Заметно. Ты всё таким реально в жизни видишь, да? Да. Сексуальный мускулан. А в итоге кусок говна просто. Но это не я. Как раз ты пошли. Чё там пизданул? Оружейный магазин Карла, только для людей-мутантов. Вау. А ты мутант? Хватит нажимать мутант. Эй, читать не умеешь, это магазин только для людей-мутантов. Ты что, наполовину человек? А, тебя не пустят. А, это его, кажется, ограбить надо. Конь точно не мутант. Ты грёбаный конь. Я провал, дорогой человек. Что вас интересует? А, типа, мы оба люди считаемся. Такое. А, и все. Хорошо, Кау просит за товары бутылочные крышки. Честное слово, вот крышки — лучшая валюта. Ты в курсе, что нынче проходимцы обчищают подземелья и без конца штампуют купюры? Я доверяю денежным валютам, а не бумажкам, которыми светит только инфляция. Логично. Карла сложно назвать терпимым продавцом, но цены у него просто заглядение. Класс.
Чего? Чего глаза пучишь? Я себе хочу кинжал прикупить. А ты что тут делаешь? Тут... Понимать, что забрать. У нас тут работа. Хава Джоб, отлично, ты на месте. В двух словах, изложу план. В этот магазин только что завезли крупную партию кинжалов. А тебе лежит невероятно важная задача, так что слушай меня внимательно. Сначала зайдешь во входную дверь, затем просочишься сквозь толпу, не привлекая внимания. Когда дойдешь до продавца, потребуешь отдать кинжалы, достанешь из кармана вот это. Затягиваем вам 20 бутылочных крышек. Что тебя так смущает? Только в магазине берут за 4 кинжала. У них там сейчас акция. Один кинжал за 5 бутыл крышек. Почти даром. Загвоздка в том, что акция ограничена. Один товар в одни руки, поэтому тут нам пригодится твоя способность менять форму. Ну что, за дело? Иди принеси нам 4 кинжала. Задание, ну... Великое ограбление. Да, покупки. Рисует один из наших кинжалов по скидке. Всего 5 бутыл крышек. Отличная цена, я считаю. Вы даете продавцу 5 бутыл крышек. Это вам уцененный кинжал. Смотрю, приходите еще. Опять уцененный кинжал, приходите еще. А теперь за кого мы должны войти? А. Да, это мне накатал ту хуйню, молодец. Все. Лучшее задание было выполнено. Самое сложное. 4 восхитителя кинжала, всего за 20 бутыл крышек. Самый крупный лав в моей жизни. Спасибо за помощь, обсён твоими умениями. Да вы пойдём, блядь. Гениальный мужик, ты меня называла. Сейчас кирпицу и статки со стола уже. Че? И... Кто идет? Прости, у меня безорукость, ничего личного. Почему я ношу очки? Что, я ботаник какой? Да. Очков. О, Дегтяное озеро, про него девочка. Можно искупаться. Или нет? Нихера ты жесткий. А ты че не будешь купаться? Дрим. Залезай в воду. О, нет, не то. Вот и залезай. Тогда нам придется тоже русалку взять. И какая-то некрасивая русалка. Вот я буду. Урона, конечно, ей. Сейчас не прокачан. В основном, по сути, на есть только что по воде бегать. Так нам не сюда, нам туда идти. Судя по заданию, если смотрите. А, тут надо как-то открыть его. Так? А, ведь мы через другие подземелья тоже как сюда подобраться. Может быть. Я понимаю. Все, некроманта откроют или что? А, не, просто нет. Левел новый. Взмах хвостом. Класс. Новая скиллуха. Еще больше хэдпоинтов. Нам это обязательно нужно было показать. Чё? Подожди. Mm.
Это еще магической способностью считается. Данж? Да. Похоже на... Бери другую форму тогда. Даже не просто нельзя. Очка своего можно взять. Оу, ебич. А, хер там плавал, это просто путь к сундуку. Зато какому? Рыбному. Только все это место просто в сундук получить. Тебе на него какой хер? А вот на них уже не надо хер забывать. О! Эй! Приветик, держи бесплатно улучшение маны! Ну хоть один из них не похож на наркомана и алкаша. Чё, блядь? Они чё там? Серьёзно? Так, а тут мы и так... Поселение пришли, тут да, мы и так пришли. Еще дальше. Поплыли. Поплыли. Снюхай, вот снюхай хотя бы можно из меня выпрей, когда стагдан целится. Получится нельзя. Да... Да, целиться можно. Она слабая вообще. Стоим, братья, я не сделал ничего плохого, однако они прогнали меня в этом богом за в этом месте. Но когда я понял, что в моей жизни есть великая цель, я решил вступить в этот путь. Путь из говна и палок, знания точно. Красные бочки, интересно. И опять. Держи бесплатно улучшение! Спасибо! Нет, а, нет, сюда. Так вот. Молодец. Говно. Хорошо, хорошо помахал хвостом. Ваша русалка кал, сударь. Вы тоже, сударь, кал. Семейный форум, тут я никогда не видел. Да, блядь, герой, конечно, ебан. Так, а вот уже, скорее всего, данж. Вот этот стоит. Нам тут ничего не надо, пока что. Да. Это уже точно данж. Ты же у тебя спина, а? И старинки какие. Да, классные. Пропитанные маслом. Болью. И страстью. Вот у меня запах. 12 левела, кстати. Понятно. Из меня тянут соки! Mm.
нагибаю. Нагибаешься, да? Ты чё, он мне что-то нагибается? Ах вы черви анальные! Не видать вам мужских мускулистых соков. Супостат. Он тут потерял, там еще был один. Если пока ориентировался это. Накачка. Накачайте мышцы. Средние атаки. Тупой урон. Не тупой, а мощный. Как раз тупой, блядь. Накачку использовать. Качка это чё? Мамы твой скин. Да, это хуйня. Пиздец. Это моё второе имя, сынок. Долбоёб твоё второе имя. Да, это где-то там какой-то гей-фанфик, блин, прочитал. А, можно еще настакивать силу. Ой, что произошло? Настакил. Лоб тоже. Настолько настакал, да? Мистер Крапов, красотились. Нормально, конечно. О, церанг. Нет? Что-то его не открыли. Видимо. А, нужно будет еще после этого-то открыть. Привидение. Вот, наверное, надо будет еще плюс открыть. Или воров еще. Ну, или воров. Ну, я кого-то из них в любом случае открою. Я ж качаю.
самого лучшего и сексуального персонажа. Так, ну мы там еще все не разведали. Пошли. Шли, мои мышцы дрожат в предвкушении бога. Сейчас ты лопнешь, блядь, там, в прошлый раз. А цикли тренировок. Серьезно? Это все, что осталось. Молодец. Конфетку. Зачем я в тебя поверил? Можно карту под землю? Заткнись, можно карту включить? Вроде где-то мы что... А, там, или там закрыто, наверное. Там закрыто. Да, пошли. Не бойся, дохлая вобла. Я их всех расстрахаю. От тебя не буду. Сука. Просто разъебченка. Вверх и направо. Лабиринтик. Здорово, мужики. Как оно? Дорогу качалки не подскажете, да? Где масло покупаете? Нахрен не растет. Ой, меня сейчас страхнет. Но и я их перед этим. Если бы только они, тебе было бы канон. Ой, сосальчиков, блядь. Нормально такой радиус насасывает. Form unlocked! Ghostbusters! Страх. Жуть. Бафтерс у него все. Level up.
А где есть смысл дальше игру соло качать? Вроде нет уже смысла ее качать дальше. Ну можешь призрака. Пока на этом останусь. Кстати, у него вроде аура, если не путь. Аура, наносящая урон. Пивается, пугает врагов на 100 единиц. Ну поставь что? Ему что-нибудь там еще. Чтобы не теряться на моем мускулистом фоне. Ой, совали ебало. Он мускулист, а не я. Тоже, да. Чё? Запиздишь эту штангу с плечи. Ага, же понял, где силушка-то. Богатырская. Я тебе штангу просто спиздит вообще. Физика пока я не очень понимаю. Фига себе задания наоткрывали. Конечно, с ума сходят, пацаны. Раньше врагов топотом стражил тебе. Бля, я не зря его поставил, а получается. Тратит. Жив, yeah. Нормально, тупо. Тупо вообще можно на изи качать, если он левел. Все, что надо, поставил. Тебе уж точно. А, это типа яд у него. Вообще тупо ядовиком решил, да, его сделал. Бегаешься. Не, ну так он себя хорошо показывает, хотя бы это же прям. Да, урон у него более-менее. А прокачка ходу, скиллов уже нужно. Так это крыс. Так я отберу навыки от крыс. Причем прокачали атлет. Угу. В чем смысл, значит, не вижу. А, ну так баф. Баф силу. А, тут где тоже баба было? Ну, разумеется, у всех. О, мало. Нет, я имею в виду, что типа нет такого зрения ман. В смысле? Блядина. Ты его ебенил. Жирная тварь. Прямо лево идем. Ты не забыл, где лево? Тем не хочется плакать. Ну еще бы. Нормальный мускулистый мужик, а ты уже сдох просто, блядь. Кажется, того, что посмотрел на тебя, поэтому умер. А, ему еще острый урон нужен. Так у тебя же дает твой навык, раз накачка. Нет, у меня это все, это все. Да. Он дает тебе острый урон, может, нет, нет, все дает. Ну ладно. Видишь, он ловит на голову. Так это она дает острый урон, получается. Да. Это дает тебе опыт атака. Вот,
вот не знаю, поменять или нет, потому что, по сути, мне не хватает маны, всё же. Ладно, пошли, качок. Всё будет. Арена. А это чё? А это для себя. Это для тебя. Вот чё за хрень? Напугайте врагов. Пассивный твой эффект, наверное. А он над ними копится так долго, блин, что хуйня? А ты нахуй это оказывается? Он ими долго копится, он все подчекает. Вот видишь, он начинает копить над ними, над головой. Да. Хватит сосать кровь мускулистых мужчин. Соси масло. И мужчин. Я ем их. Разум. Хватит пиздить колонну. Бицепсы. Они блестят. Давайте мы с ним поторговать. А он что-то еще? Ура, так мне боят. Можно вот это. Это нужно ставить, конечно. А, ставить? Бля, ну тогда такое себе. Я купил. Тогда лучше что-то другое купи. Что ставить не надо. Да, до скорого. Быстро новый левел. Да. Видишь, что написано? Три раза усилиться прокачка и потом убить врага. Так это чтобы три раза убить любой атакой. Но мне еще и острым нужно при этом убить тоже кого-то, я так понимаю. Нет. Не, соседний, который вот... А, да. Да, вот тут острым надо тут поставить. Тут ему убить острый урон. Так, ну вместо топота получается. Только стрелы пока что у нас. А мы тут были в этом? Да. Ты уверен? Да, что? Были мы. Мы прошли эту хуйню по кругу. Ну ладно. Видишь, у нас все открыто, все эти проходы, значит, тут быть. Подожди, а что за мускрин знак? Это продавец, вообще-то. Нет, а, восклицательный, но это и башня, да, она. А ты карту включи, чтобы посмотреть, что там именно пишут. Именно вылетели в Катапии. А как мы его пропустили тогда? Временный рыцарь. Рыцарь причем. Я думал, тут только воров задание. А, точно, рыцари, они же тоже по всей карте их разбрасывали. Я что-то не понял, как мы его пропустили. А теперь что, данж по новой открывается, что ли? Карта меняется, он всегда.
О. В новой сундуке это кошерно. А, вот. Вот. Так, рад вас видеть, мне очень нужна помощь. Мы нашли особый кристалл, который обладает потенциалом замедлить вас напасти, но кристалл запрятан в этой комнате, набитый монстрами. Боюсь, мне они не по зубам, а вот вы славите отличным бойцом. Поможете нам победить всех врагов и достать кристалл. Помните, вам нужно убить всех монстров внутри, не разбив кристалл. Чё? Короче, кристалл не трогай. Вот, да, да. Кому ты, блядь, рассказываешь? Моим скиллам, да? Которые, блядь, полотой, блядь, территорию занимают. Сколько ты раз вот так отсюда накачку? Да, ну все, накачку ты раз на стак, я начинаю. Сука. Не разбивай кристалл. Я думал, у него больше хп, а там один же там пиздец. Да, там... Там, блядь, кристаллу пизда. Дух, по-моему, не самый лучший, конечно, монстр для конкретного вот этого задания. А, и враги тоже могут его разбить. Ой, бля. Подожди, я еще у меня атакирую. Нет, нет. Понятно. Да. Блядь, стоп! Подожди. Стою, у меня стояк уже. Я вас уже понял. Вот конь, думаешь, самый элитарный будет? Да, встать в одну позицию против хера. А, одним скиллом. Вариант хороший. Сука, ты не ёбаный качок, блядь. Это все мускулы. Так, где враги появляются? Блядь! Только не смей, не смей, суча! Блядь, кто там, кто там? В прошлый раз просто... Не смей, тварь! Так. Что за хуй? Блядь! Ёб твою! О! Я не знаю, что делать. Я слишком мускулист. Блядь! Это что? Ты сука! Мне эта хуйня заебали. Компаньон, кто вообще придумал? По-моему, ни одного отказался уже, блядь, по автомату. Так, где-то здесь появляется. Халк, крушить очко этого рыцаря. Да, конечно, сейчас. Так, он появится. А если вот тут встать? Так, следующий здесь появится. Не смей! Так, следующий будет он же или кто? Так, следующий здесь должен подойти или кто? Дальше кто где? А, дальше эти уёбки. Нет! Да блин! Мало это, сука!
мне тоже рыцаря взять. Я именно в начале вот этот вот хуйня неплохо была, на чистого начала. Очередь, блядь! Так, дальше черепка. Ёбаный, блядь! Подожди, нахуй. Размахнулся. Хочу установить другую. Хуйню, не может быть. Какую? Не удар мечом? Не, чтобы быстрее урон наносить. Вот так я толкаю эту врагу. Вот я думал, против этих призраков пройти. По-моему, ничего другого тут лучше вообще не ставить. Все остальные скиллы слишком, блядь, раздамажат. Даже топот здесь нет смысла ставить. Би-ранг. Флекс. Вот это наша тема. Да темно, сам вихрь. Вихрь тут явно не сильно зайдет. Хоть флексом надо всех развалить. Ну уж точно не на этом дебильном задании. Здесь, кстати, слизень мог бы неплохо зайти, если вот чисто использовать его выстрелы, хотя я не знаю. Он не очень вроде бы и сильный. Боже мой, кто тут помогите. Я тебя убью, нахуй. Убить того рыцаря, блядь. Ну ладно. Выкинул, так выкинул. Наверху. Выкинул. Еще тот кидок. 105-я попытка. Она будет успешна. Ага, по-любому. Как это же должно? Топот, да? Молодец. Хорошо, блядь, хорошо. Я же говорю, не надо нахуй скилл ставить даже. Да как, блядь, полкомнаты нахуй накрыл, блядь, ногой. Да это же топот, всего-то, блядь. Ага.
Да, блядь, заебало, обычно это... Чё она, блядь, такая небольшая, на область? Да, область так раз у неё и небольшая, в том-то и прикол. Ну, писал, что он выбивает, блядь. Ну, потому что она есть область. Все-таки это такой... Блядь. Ой, сука, сил уже нет. Дай попробуй взять лучницу с толчком, блядь, может будет так лучше. Сюда тебя талант, тебе не будет получше. Ладно, еще раз попробую челом, потом может быть еще. Серьезно, блять, это мы не могли последний, боже ты мой. Люди, благодарю вас за пользу, пошел бы ты в жопу, я тебе кристаллы, знаешь, как бы запихнул. Моя редька, блядь.